В Одинцовском отделении «Единой России» прошло совещание Центра поддержки гражданских инициатив «Единые». В совещании также приняли участие местные активисты молодой гвардии «Единой России». Ключевым вопросом встречи стало оказание помощи семье военнослужащего из деревни Агафоново. У них трое несовершеннолетних детей и супруга беременна четвертым ребенком. Семья находится в трудной жизненной ситуации. По инициативе депутата Ларисы Бархатовой решили оказать помощь семье, а детей поддержат в рамках акции «Собери ребенка в школу».